Всех приветствую, я Диана Юлия, персональный стилист, эксперт в типологии внешности Двин Ларсон. Продолжаем с вами вашу любимую рубрику «Одетые по типажу и против», и на очереди у нас сегодня с вами типаж «Фламбоян», «Пламенеющий» по типологии Двин Ларсон, что означает «Натурал-драматик», «Драматик-натурал». Вообще типаж, конечно, просто потрясающий, это сочетание двух самых крупных типажей, да, крупного, плавного, мягкого типажа натурал и крупноугольного, статного, высокого типажа драматик. Вообще при соединении двух этих типажей может происходить разное. То есть может произойти так, что будет доминировать драматик и в лице, и в фигуре, да, с небольшой, так скажем, толикой натурала, но все-таки больше в драму будет склоняться, то есть преобладать линии. И здесь мы будем, естественно, делать акцент на рекомендации драматика, да, на драматические линии, силуэты, длинные, фактуры тканей. Ну и также может преобладать натурал и в лице, и в фигуре. Кстати, вот этот вариант очень часто ошибочно относят к типажу натурал-романтик, потому что именно в том случае, когда преобладает натурал в лице и в фигуре, и, по крайней мере, в лице, а доминанта лица она является основополагающей, как я уже вам говорила, то есть той, от которой все пляшет, в общем-то, и зависит большинство. Вот эта мягкость, плавность, да, некая такая миловидность линий, черт в лице, дает иллюзию романтичности, присутствия романтичности. И если еще и драматик там сыграл свою роль, да, то есть добавил вот этих бедер, да, добавил вот этой вот фигуристости какой-то, этой подиумной красоты, и вот эта спортивность, плотность натурала, мягкость, плавность, миловидность линий, и все это в совокупности можно отнести как бы ошибочно к типажу натурал-романтик. Но я могу вам с точностью сказать, что типаж натурал-романтик – это самый редко встречающийся типаж. Наверное, приблизительно из 1000 моих клиенток, ну, человек 4-5, наверное, попадалось этого типа, принадлежащих к этому типажу. Поэтому в большинстве случаев это натурал-романтики именно с натуральной доминантой в лице и фигуре. И, конечно же, может быть такой вариант, что натурал-драматик смешивается в такой яркой концентрации, что как раз вот эти вот амазонки, женщины-вамп, да, женщины такие, которые, как говорится, на скаку коня остановят, это как раз вот эти вот яркие представительницы приблизительно равного смешения натурала и драматика во внешности. И, естественно, в зависимости от того, какой типаж преобладает, в ту сторону по рекомендациям мы и будем двигаться. Что прежде всего не подходит данному типажу? Конечно же, это масштабность, да, которая противоречит линиям. То есть это романтические и гаминные линии. Это мелкоугольные, динамичные, контрастные линии и цвета. Именно в такой вот масштабности, да, мелкой. Это какая-то мелкая, кружеватая, витиеватая фактура романтическая, слишком нежные ткани, слишком как бы вот эта утрированность и концентрация плавных ажурных линий, все это будет превращать натурал-драматика, ну, если не в трансвестита, так в бабу-начальнике, так скажем. Поэтому здесь, даже если когда преобладает плавный натурал, да, в типаже, в линиях лица, здесь нужно соблюдать именно крупную масштабность, потому что натурал-драматик, драматик-натурал – это все-таки крупный типаж. Ну и, конечно же, изобилие различного декора, да, динамичность принта, контрастность мелкоугольная какая-то в принте, в цвете – все это будет производить эффект такого, ну, утяжеление, то есть эффект обозленного лица, потому что вот эта вот движуха, вот эта вот динамичность, да, вот эта всякая изощренность, она, ну, не гармонична, она не повторяет линии и масштаб типажа натурал-драматика, это будет излишне.
Поэтому здесь нужно соблюдать именно, во-первых, брать во внимание доминанты лица и фигуры, да. Во-вторых, нужно, естественно, учитывать всегда оба типажа, то есть использовать и фактуры натурала, да, включать и фактуры, да, текстуры драматика, и использовать и крупные углы, и плавные крупные, там, квадратные, прямоугольные, сглаженные линии натурала. И даже если мы хотим в цветовую вертикаль, потому что ни драматик, ни натурал не любят развивки силуэта, да, мы можем разбить силуэт именно какими-то крупными деталями кроя, какими-то акцентами в виде каких-то там крупных, ярких, интересных, замысловатых аксессуаров. Либо, если мы берем во внимание колорит внешности, да, например, если это там темная зима, темная осень, там чистая зима, то да, мы можем разбить силуэт, но все-таки, например, так как этот типаж все-таки любит многослойность, да, мы должны все-таки эту вертикаль с помощью, например, последнего слоя продолжить вот эту цветовую вертикаль, чтобы ее не прерывать, чтобы это было гармонично и целостно смотрелось. И давайте посмотрим на примеры, которые я подбрала на этот раз, на представительниц этого типажа, да, селебрити. В зависимости от того, какой типаж будет преобладать в лице и фигуре, как будут разниться рекомендации и насколько они будут разниться, да, в зависимости от того, драматик преобладает или натурал, конкретно в лице или фигуре. В общем, будет интересно, давайте смотреть. Итак, сегодня у нас с вами будет сплошная красота. Конечно, эти девушки могут надеть на себя пыльный мешок и будут выглядеть просто потрясающе, потому что это все топ-модели и представительницы нашего прекрасного фламбоян типажа. Итак, начнем мы сегодня с вами с Натальи Водяновой. Здесь я специально поместила фотографию Ирины Шейк и Натальи Водяновой. Они относятся к одному типажу. Ну, в общем-то, наверное, у Ирины Шейк, да, у нее как-то 50 на 50 распределился натурал и драматик в типаже. У Натальи приблизительно как-то так же, но определенная некая такая мягкость в ее лице все же говорит о преобладании натурала именно в лице. Чуть больше преобладания натурала. И это как раз тот случай, когда рекомендации натурала романтика и ставка на рекомендации натурала идут в пользу. И наоборот, именно драматические линии абсолютно портят внешность. Итак, начнем с неудачных образов Натальи Водяновой. Здесь мы с вами видим костюм, который, скорее всего, украсил бы Гамина Классика, да, если добавить здесь ремень, то есть такой гаминный, контрастненький, мелкий принт, крупные лацканы, вообще как бы драматические линии, да, с гаминным принтом. Все очень строго, да, слишком много вот этой аляпистости, да, динамики, и в то же время слишком много геометрии, короткая длина, непонятная прическа, отсутствие вот этих вот крупных мягких линий натурала, которые так любят и ее лицо, и ее тип внешности. И, в общем-то, совершенно нет ничего, за что зацепиться, то есть абсолютно мимо образ пошел. Здесь, посмотрите, мы смотрим именно на линии и фактуры, да, портретная зона. Слишком много драмы, да, слишком много гладкости, угольности, слишком много чистых жестких линий, остроты. Также и в прическе, да, и вот это изобилие деталей гаминных, которые украсили бы гамина в портретной зоне, также не красит Наталью. Здесь, посмотрите, достаточно такой лаконичный, можно сказать, расслабленный образ, но здесь уже, кстати, прическа уже намного лучше, да, есть асимметрия, некая такая расслабленность, но все же слишком много драматических линий, отсутствие мягкости и плавности, которые должна преобладать в ее образах. То есть много углов, много остроты, много драмы. Здесь больше образ, наверное, для натурала гамина. Ну, в общем-то, в принципе, если добавить плавности в линии волос, в
вполне возможно, что вот именно в портретной зоне здесь и оттенки как бы по ее колориту, да, и вышивка, которая подчеркивает наличие натурала, и некая такая фольклорность, расслабленность, но не хватает вот этой мягкости, плавности именно в линиях кроя и именно в прическе, да, в обрамлении лица, которое подчеркнуло бы вот эту ее красоту, мягкость, плавность. Здесь, напротив, удачные образы, несколько из них. Посмотрите, мягкий макияж, да, такой в натуральных, естественных оттенках, плавные линии волос, асимметрия, мягкая текстура ткани, да, которая струится сама по себе, такая мягкая, плюшевенькая, такая гладкая. Цветовая вертикаль, да, расслабленность кроя, мягкий пояс, очень красиво, гармонично, как и фон, кстати, вот это фактурное обрамление кресла, которое, кстати, хорошо очень в портретной зоне добавляет, так скажем, вот этой мягкости и подчеркивает наличие, вернее, доминанту натурала в лице. Посмотрите, здесь вот полный уход в рекомендации романтика натурала. Расслабленные крупные линии, асимметричные в прическе, спокойный нежный макияж, да, такой спокойный, очень такой высветленный смоки айс. Кружевные линии, да, кружевная текстура, утонченность такая романтическая. Посмотрите, у кого преобладает натурал. В типаже натурал драматик, романтический, романтико-натуральные текстуры, да, рекомендации линии будут удачны. Здесь тоже посмотрите, несмотря на угольные декольте, да, плавные, такие небрежные, мягкие линии в обрамлении волос, спокойный макияж и текстурированная, такая крупно текстурированная ткань. Даже какое-то наличие бахромы есть, то, что любит натурал. Вот это все расслабленность, мягкость, объемность, текстурность, крупные плавные линии, все это его украшает. И Наталья здесь выглядит, ну, можно сказать, как волшебница, какая-то фея. Ирину Шейк рассмотрим. Ирина Шейкисламова с татарскими корнями. Супермодель мирового значения, мирового уровня. А у Ирины приблизительно, как я уже сказала, 50 на 50 распределился натурал и драматик в типаже. Может быть, есть немного гамина в глазах, может быть, за счет восточной крови, да, а у них очень часто гамин есть, либо драматик, либо гамин. Возможно, есть, но, возможно, ее можно отнести к драматику-классику, так как уже если гамин есть, то наличие трех типажей больше все-таки у нас к классику уже склоняет. Но давайте будем ее рассматривать все-таки как натурала-драматика, потому что натурал и драматик в ней очень ярко выражены, очень, так скажем, налицо. Достаточно яркая такая внешность, да, колоритная, она нуждается в определенном миксе, таком правильном миксе наличия и присутствия драматических и натуральных линий. То есть должна быть и доля плавности, и доля вот этой насыщенности, яркости, тем более, что колорит внешности позволяет, да, использовать какие-то яркие, насыщенные оттенки. Здесь, посмотрите, несмотря на округлые линии в аксессуарах, слишком, так скажем, жесткие, да, гладкие линии в прическе, выглаженность вот эта драматическая, полное отсутствие макияжа. Ну, этот образ мне не нравится. То есть здесь вот неправильный баланс драматических и натуральских рекомендаций линий. Здесь образ, ставка на драматика, да, то есть полностью драматический силуэт, да, линии драматика. Угольное декольте, крой по фигуре, удлиненные аксессуары, асимметрия, полная выглаженность, такая строгость, минимализм. То, что красит драматика, здесь, мне кажется, что прибавляет возраст лицу Ирины и некое такое даже какое-то обозленное выражение лица.
Здесь лаконичный образ, да, полностью минималистичный стиль. Посмотрите, практически отсутствие округлых плавных линий, да, есть только вот в сумке. Крупные плавные линии, кстати, очень удачный аксессуар для натурала драматика. Но мы смотрим именно на одежду, да, на линии в прическе, в макияже. Полностью драматический стиль, да, полностью драматик здесь подчеркнут, то есть держащий форму хлопок, чистые гладкие линии, все такое угольное, без доли плавности, абсолютно такая зализанная прическа, без какой-либо доли расслабленности, какой-то мягкости вокруг лица. И натуральный макияж. Неплохо, но не совершенно, так скажем, да, слишком много драмы, не хватает какой-то расслабленности. Даже если бы, например, выпустить пару прядей, да, у лица мягких, например, каких-то плавных, уже было бы гораздо лучше. Здесь, посмотрите, здорово, округлый вырез, текстурированная такая ткань, да, перфорированная, спущенная линия плеча, расслабленная прическа, асимметрия, плавные крупные локоны. Мягкий такой натуральский макияж, да, здесь ставка на натурала идет, но благодаря, значит, оттенку волос, да, такого небольшого мягкого акцента в макияже глаз, немножко драма учтена, и в принципе достаточно ее здесь, то есть все-таки мягкость должна слегка преобладать в образах Ирины, да, в ее линиях, в линиях ее одежды, силуэтов, прически, для того, чтобы полностью удачно раскрыть ее шикарную внешность. Ну и также такой, знаете, стиль рок-н-ролльный, да, такой дерзкий, немножко такой неряшливый, вызывающий, рок-стайл, да, гранж-стайл, даже какая-то неряшливость, небрежность в волосах, да, вымыла и пошла, и там даже не досушила. Крупные какие-то, крупная фотопечать, крупные принты, рубашки расслабленные, да, там прямого или расслабленного кроя, грубые ботинки. Будет неплохо, да, то есть если до конца продумать этот образ, будет здорово смотреться. Я бы, например, здесь добавила бы какие-нибудь кожаные шорты со стрелками, удлиненные. Было бы вообще здорово. Этот типаж, да, особенно когда колорит внешности достаточно контрастный, он позволяет использовать яркость определенную, да. Но здесь, посмотрите, слишком много, конечно, деталей, которые любит гамин. Типажи с доминантой гамина именно. Вот эта яркость, контрастность, живость в цвете, динамичность. Вот эта насыщенность и смешение принта в мелкой масштабности. Немножко, как бы сказать, перенасыщенно, да? Перенасыщенно, но... Например, мне здесь понравился очень макияж и аксессуар, именно очки, да, контрастное оправа очков, макияж для, например, какого-то вечернего варианта, для натурала драматика, здорово будет. И давайте посмотрим, здесь уход больше в драматика, да, то есть гладкие выглаженные волосы, асимметрия в проборе. Есть акцент в макияже, да, на глаза, более спокойный тон губ. Крой по фигуре. И такая, кстати, смотрите, шероховатая текстура, да, шероховатость и текстурированность у нас любит натурал, но здесь именно в таком вот драматическом, насыщенном, глубоком, чистом цвете приталенность смотрится классно, элегантно. Как я обещала, у нас сегодня с вами сплошные модели. Джиджи Хадид тоже относится к типажу натурал-драматик, с чуть большей доминантой натурала в лице, ну и приблизительно равными доминантами, наверное, может быть, чуть-чуть больше драмы в фигуре, да, с ее ростом высоким. Здесь посмотрите, как я вам уже раньше говорила, доминанта лица играет ключевую роль, то есть от нее все рекомендации должны отталкиваться.
Поэтому от того, какая доминанта в лице, и будут зависеть, какие формы будут вокруг лица, да, текстуры, какие линии, даже цвет иногда. То есть все это влияет. И потом уже мы переходим плавно на силуэт. Но именно портретная зона, она большая зона, да, все, что, можно сказать, выше на линии талии, все, что обрамляет лицо, шею, это все относится к доминанте лица. Вот. А уже вторая часть, так скажем, более второстепенная, это уже доминанта фигуры. Ну вот, у Джиджи Хадид, у нее именно плавность, такая мягкость, какая-то такая вот еще некая даже какая-то миловидная детскость, то, что вот ее украшает и делает ее незабываемой, присутствует в лице. И вот эта вот ее нежность, вот этот вот эффект baby face, он требует вот этой как раз плавности, вот этого свободы определенной, да, свободы в крое, частичной хотя бы полусвободного кроя, какой-то объемности, расслабленности, мягкости, крупных плавных деталей, даже неряшливости, именно вот расслабленности этой, но никак не вот этой угольности, жесткости, геометрии вот этих углов, вот этих чистых, зализанных, так скажем, вот выхоленных вот этих линий драматических, это все мимо, да, и мы здесь видим углы, жесткую ткань, да, зализанность прически, то есть никакой расслабленности, никакой свободы, плавности, мягкости, которая нужна ее лицу, ее портретной зоне. Нет. И здесь образ, я считаю, неудачный. Здесь тоже, посмотрите, сплошная драма, да, то есть образ для чистого драматика, как в прическе, так и в фасоне платья, да, в линиях платья. Сплошные углы, жесткие складки, драпировки, да. Нет мягкости. Лицо кажется отечным, даже таким, как будто бы искусственным, перекачанным, как будто бы ботулотоксином. Здесь, посмотрите, в портретной зоне слишком много контрастной яркости. Да даже дело не в контрасте, контраст ей подходит, но гаминный принт, да, все-таки больше даже гаминно-драматический принт, слишком аляписто, слишком много деталей, слишком много всего. Есть какой-то такой эффект клоунский, так скажем, слишком яркий макияж вот в районе скул, губ. Что-то как-то все очень изобильно, так скажем, да, и излишне. Не хватает вот этой какой-то мягкости, припыленности цвета, спокойствия, то, что украшает ее. Слишком глаз сильно устает, видишь только одежду, а не девушку. Но здесь, посмотрите, образ, вообще полностью какой-то уход в романтика Гамина, наверное, да? Даже, может быть, частично там в романтика драматика, и получается, что как будто бы в весе девушка прибавила 20 кг, да, тетя, откуда мы взялись? Как будто бы такая Барби-переросток эффект получился. Вот эти вот романтические линии, выхоленные кудри, вот этот гаминно-романтический мелкий принт не красит. Здесь, посмотрите, отсылка к архетипу воин, да, то есть такой стиль милитари в основе своей. Слишком много углов, да, слишком много гладкости, четкости, геометрии. Также и в прическе, да, полная зализанность, полная гладкость, отсутствие плавности, мягкости, крупных плавных линий, текстуры какой-либо. Лицо такое кажется возрастным, обозленным. И напротив здесь, посмотрите, как красят вот эти спокойные, мягкие, расслабленные линии. Практически отсутствие макияжа или макияж в натуральном, да, стиле. Свободный крой, да, расслабленный, спущенные линии плеча,
джинсовые, вот это вот несколько такая помятая, но слегка держащая форму ткань. Свобода в прическе определенная, да, расслабленность такая, как будто бы вот в торопях сделала гульку, немножко взбила волосы и побежала. То есть вот это вот некая такая незамысловатость такая, да, такая позитивная какая-то неряшливость, естественность, а показывает нам девушку совсем с другой стороны. Она кажется и мягкой, и нежной здесь, красивой, юной. Здесь, посмотрите, очень красивые фотографии. Мне очень нравится эта фотосессия. Джиджи Хадид во время ее беременности. Полностью уход в романтические рекомендации, да, можно так сказать. Но не хватает, правда, длины. Ну, допустим, представим, что длина у нас будет, да, то есть более длинное платье, но именно сами линии здесь, посмотрите, такая сжатая ткань, да, но очень нежная, такая эфемерная какая-то, полупрозрачная, то, что любит романтик, вот эти вот витиеватые линии кружевные, да, вот эта вот сжатка такая именно, она витиеватая, такая мелко бьющаяся, вот эти драпировки, да, вот эти воланы в крое подола и рукавов, классно. Вот эти вот мелкие какие-то расслабленные волны в волосах подчеркивают ее мягкость, да, и вот рекомендации как раз романтика натурала иногда очень к лицу, да, очень удачны для типажа натурал драматик с натуральной, с доминантой натурала в лице. Здесь, посмотрите, спортивный стиль, да, несмотря на контраст в цвете, да, наличие такого живого, да, принта, доли, так скажем, его, но есть вертикаль цветовая, да, есть расслабленность, я так понимаю, здесь, наверное, свободный какой-то плащ оверсайзный, вот эти вот загнутые рукава футболки, округлый вырез, такой спортивный спортшик такой получился. И посмотрите, макияж в естественных оттенках и плавные длинные линии в волосах. Крупные плавные линии в прическе. Классно. Здесь, посмотрите, здорово тоже прическа и макияж здесь играют основную и ключевую роль. Расслабленность, мягкость такая, да, естественность. Крупные, мягкие, плавные линии, локоны такие естественные именно. И бомбер с такой, с намеком, наверное, больше на драматическую ткань, да, гладкую, несколько сияющую, но такого свободного, расслабленного кроя. Вот оно сочетание рекомендаций натурала и драматика. И такой крупная деталь в виде нашивки, да, такой, с такой рыхлой текстурой. Здорово, классно. То есть присутствие и каких-то определенной доли гладкости и некой геометрии, да, крупной, и расслабленности, плавности, мягкости. Вот это фото я специально сюда поместила для того, чтобы показать. Следующий пример у нас будет ее сестра Белла Хадид. Да, на год у них всего лишь разница. Но у Беллы, у нее практически 100% драматик и в лице, и в фигуре. Да, может быть, чуть-чуть, там, я не знаю, 5% есть в ней натурала, и это можно увидеть лишь на старых фотографиях ее юности, где еще до ринопластики, до вот ее, так скажем, вот этой вот экстремальной худобы, да, которая необходима в модельном бизнесе. Здесь практически 100% драматическая доминанта. Есть доля плавности, и мы ее увидим. Но драматик требует своих линий, да, и мы сейчас на это посмотрим. То есть вот эта разница между двумя сестрами. Справа мы видим чуть большую доминанту натурала в лице. И здесь все хорошо, да, и плавный вырез, и свободный крой, и плавные линии в прическе, и натуральный макияж, спокойный, естественный. И слева мы видим драматика практически 100%, который любит вот эту вот угольность, эту геометрию, эти чистые жесткие линии, эту остроту, эту некую такую аристократизм и минимализм. И здесь, в общем-то, все здорово. Неудачные несколько образов, посмотрите, вот это как раз естественность и небрежность, да, в волосах, то, что любит натурал, драматик не перенесет.
То есть вот эти вот... этот принт, который хорошо будет там на натурале классики, да, на натурале драматики, например, с натуральной доминантой в лице, на натурале гамине. Естественный макияж, да, практически его отсутствие. Расслабленные волосы, будто бы вымыла пошла, то есть такой вот бардак на голове создает такую, такой эффект бабьяги такой молодой, да, то есть вот есть вот это вот... Получается эффект именно неряшливости какой-то, некой такой недособранности, да, непродуманности. Даже кажется, что как будто бы волосы грязные, то есть не подходят вот эти расслабленные свободные линии для драматической доминанты. Здесь, посмотрите, попытка добавить, так скажем, мягкости в свой внешний облик, да, эффект растяжки цвета, сделаны высветленные волосы частично. И вот этот, опять вот эта неряшливая укладка, да, вот этот пух в волосах, какая-то неряшливая свобода, неряшливо, неухоженно, неудачно. Здесь, посмотрите, тоже образ мне не понравился. Во-первых, слишком много деталей, да, которые любит гамин, но не любит никак драматик. Макияж, может быть, был бы здорово, да, например, для какого-то такого стиля авангардного. То есть драматик любит цвет, и, в принципе, например, акцент на губы, там, либо на глаза он хорошо переносит. Но вот эта вот прическа, которая будет красить драматика-романтика, да, романтика-драматика, но здесь... немножко такой вот уже попахивает, как вы не любите, когда я говорю, трансвеститностью. Здесь удачные образы. Посмотрите, драматик у нас требует чистоты линий, да, минимализма, геометрии, определенной остроты. И вот она здесь есть. И в прическе, да, угольность и гладкость. И некая такая именно геометричность в стрижке, да, в линии челки, длинные волосы, чистые линии, да, минимализм, хороший макияж, классно. Крой именно выполнен по фигуре, да, драпировки получились несколько такие геометричные, геометричные детали кроя. Вообще платье немножко странноватое, но мне оно понравилось тем, что оно гладкое, оно по фигуре. Оно с вот этими геометричными драпировками в районе груди и живота. Оно хорошо подчеркивает ее вот эту статную идеальную фигуру, да, за счет кроя и цветовой вертикали. Хороший макияж, акцент на глаза и губы. И несмотря на то, что есть определенная мягкость в волосах, да, такие локоны, они с таким немножко влажноватым эффектом, как будто вот вкрученные такие. И это здорово подчеркивает вот эту скульптурность, так скажем, создает для драматической доминанты в лице. Здесь здорово, посмотрите, немного свободный крой пиджака, да, или пальто, но... цветовая вертикаль, да, которая подчеркивает линии, вот эти вертикальные аристократичные линии драматического типажа. Крупные угольные лацканы, да, хорошая такая геометрия в линии плеча, выглаженная, зализанная прическа, да, которая подчеркивает вот эту утонченную линию, зауженную линию подбородка, вот эти хищные такие аристократичные черты лица. Здорово, классно, элегантно, шикарно. Здесь, посмотрите, на портретную зону, естественно, смотрим такой спортшик, да, посмотрите, крупные зигзаги, крупные диагонали, крупные колор-блоки, глянец, да, в текстуре ткани, снова выглаженная прическа, смотрится классно на драматиках. Здесь, посмотрите, тоже асимметрия в прическе, да, абсолютная такая выглаженность, скульптурность в линиях прически. Хороший макияж, да, минималистичный, но с долей такой акцентности, четкости цвета.
угольность в крое, да, в портретной зоне, и в линиях лифа, и в крое пиджака металлизированные вот эти вот стразы, да, которые создают такой эффект блеска. То, что, кстати, любит и гамин, да, особенно гамин это любит. То есть здесь больше бы, наверное, пошло, если бы полностью, например, был блестящий или лиф, или пиджак. Но здесь это так все воспроизведено, что как бы как одна такая текстура смотрится. Поэтому эффект полностью считывается именно вот эта четкость, угольность, да, скульптурность, геометричность. Чистота линий сразу бросается в глаза, и это просто потрясающе смотрится. Несмотря на округлые аксессуары в портретной зоне. Следующая представительница Натурала Драматика Адриана Лима. Еще одна красотка, супермодель, да, экс-ангел Виктория Секрет. Начнем с неудачных образов. Адриана Лима, она... такая яркая представительница Натурала Драматика, то есть у нее как-то это сочетается 50 на 50, то есть это такая настоящая женщина-амазонка с определенной такой вот этой свежестью, сексуальностью, естественностью во внешности, и в то же время за счет и ее колорита, и присутствия драматического типажа, и линии драматика в лице и фигуре есть вот эта вот такая хищность, некая такая властность, сила. И, ну, вот для этой девушки как раз образ амазонки, да, там, с копьем в шкуре дикого животного и на коне просто идеален. Здесь вот этот первый образ, посмотрите, и линии, да, и текстуры, и оформление, и сам посыл на типаж романтик-драматик, да, и кружево, и вот эти аксессуары такие вычурные, вот эти округлые, и продолговатый, да, то, что любит романтик-драматик. И слишком сильная такая вот скульптурность, выглаженность волос, да, вот эта застывшая прическа без какой-то доли там плавности, мягкости. Слишком драматический макияж, да, слишком яркие красные губы, акцент и на глаза, и на губы. То есть вот эти вот агрессивные стрелки. Попытка такая, как бы эффект перестаралась хорошо выглядеть, и получилось очень вульгарно по-возрастному. То есть вот этой девушке нужно очень правильно и практически в равных степенях учитывать и драматические рекомендации, и рекомендации натурала во внешности. Поэтому здесь есть драма, да, но совершенно отсутствует натурал. И здесь попытка именно быть драматиком-романтиком, но она закончилась неудачно, то есть очень вульгарно получилось, перенасыщенно, громоздко, перестаралась. Здесь то же самое, посмотрите, драматические текстуры, да, даже гаминная такая текстура, можно сказать, драматический вот этот блеск, драматические крупные угольные линии, снова опять выглаженная вот эта прическа, полностью зачес назад, без какой-либо плавности вокруг лица, мягкости, да, плавных, мягких линий, которые требуют натурал. Снова акцент и на глаза, и на губы, да, вот этот вот перебор в макияже, не учтен типаж натурал, и снова получилось как-то слишком по-возрастному, слишком перегружено. Здесь, посмотрите, несмотря на неплохие, так скажем, серьги, да, форму сережек, хороший макияж, который подчеркивает ее натуральскую составляющую. Вот эти вот снова выглаженные, вот эта зализанная прическа, которую она почему-то так любит, драматическая, для вот такого широкого лица, да, с доминантой натурал, потому что овал лица именно от типажа натурал. И только немного, как бы, вот в линии подбородка присутствует драматик. Натурал, он все-таки плавный, широкий, и вот этот овал лица, он требует все равно доли мягкости и расслабленности. Мы здесь не имеем в виду классиков, у которых у всех практически
широкие достаточно лица и у гамина классика, и у романтика классика, и у натурала, и у драматика классика, да. У них достаточно широкие классичные такие лица, смешанные, намешанные там всего-всего. Мы именно здесь имеем в виду натурала-драматика, у кого овал лица натурала. То есть вот такие прически нет, точно нет, и вы сами это видите, да. И напротив, посмотрите, несмотря на намек все-таки и стремление к драматическим линиям, да, здесь асимметрия и прямые волосы, но все равно есть доля небрежности, какой-то легкой такой свободы, макияж больше натуральский, да, такой эффект отсутствия макияжа. Старая фотография, да, но уже лучше ситуация. Здесь, посмотрите, здорово, есть акцент на губы за счет цвета, да, такой хороший получился эссенс, то есть... минимальный акцент на глаза, спокойный тон в макияже для век, акцент на губы цветовой. И посмотрите, очень удачные мягкие линии, да, в обрамлении лица, крупные, плавные, расслабленные, объемные, которые любят натурал. И здорово, сразу мы видим такую помолодевшую, свежую такую девушку. А фотография, кстати, не старая. Здесь тоже более юный возраст. Но посмотрите, здорово. Крой, как для драматика, да, вот любит он вот этот эффект, так скажем, когда закрыто горло, да, эффект водолазки, либо вот этой вот угольности в портретной зоне. Но есть драпировка, да, классный макияж именно для акцента на типаж натурал, такой естественный, длинные волосы, плавные локоны. Есть эффект выгоревших волос, да, за счет частичного осветления. Это только добавило свежести, сексуальности, внешности. Здорово. Здесь, посмотрите, тоже очень хорошо распределился и натурал, и драматик в рекомендациях, то есть больше все-таки драматические линии, да, именно в крое одежды, то есть чистые гладкие линии, угольные достаточно, крой по фигуре в основном, да, есть вертикаль, удлиненный крой рубашки, но именно джинсовые ткани, которые просто обожают натуралы, да, вот эта вот шероховатость, вот эта вот сама джинсовая текстура ткани, особенно в таком цвете. Натурал здесь тоже учтен и как бы доволен остался. И также в прическе, то есть здорово получилось как раз для ее натуральной доминанты. Несколько больше натуральной доминанты в лице. Чуть-чуть прям ее побольше, так скажем, да. Но для широкого лица натурала, для овала лица натурала, плавные крупные линии прически, макияж, который больше все-таки... Он с определенным, так скажем, с определенной долей насыщенности в цвете, но он в спокойных натуральных оттенках. Здорово здесь в этом образе учтенный драматик и натурал. И здесь, посмотрите, тоже классно распределили и натурал, и драматика. Чисто драматический крой одежды, да, то есть костюм. По фигуре цветовая вертикаль, да, угольные лацканы. Но посмотрите, округлость есть в линиях аксессуаров, да, в портретной зоне тоже. В макияже здесь глаза подчеркнули очень удачно, такой эффект знойности, да, добавили за счет вот этой вот подводки, да, внутренней, добавили цвета, спокойный, но такой глубокий, мягкий тон для губ, подчеркнутые скулы, да, и вот этот, смотрите, объемный такой эффект, объемный, плавный и в то же время немножко такой скульптурный за счет линий мокрых волос, но они не зализаны, как обычно, да, то есть не вот зализаны, зажаты, так скажем, а наоборот, создали эффект мокрых волос, но их так упорядочили, что они здесь лежат, так скажем, объемно, расслабленно, да, создают такие плавные, мягкие линии. Поэтому здесь присутствует и плавность, мягкость такая, и скульптурность, четкость, геометрия, которые любят драматик, да, и плавность, которую любит натурал. То есть здесь
очень хорошо продуманный такой лаконичный, минималистичный образ для типажа натурал-драматик в таком классичном, строгом варианте. Точно определить типаж вашей внешности по типологии Двин Ларсон, заказать книгу стиля с подробнейшими рекомендациями для преображения вашей внешности, определить колорит, заказать услуги шопинга онлайн-офлайн вы можете, перейдя по ссылочке под каждым из моих видео и сделать заявочку на услугу. Подписывайтесь на канал. Благодарю всех, кто остается со мной. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь и до встречи в следующем видео.